Привет, друзья. Ну, это интересно. Вот звонит ко мне девушка и говорит, мне очень нужна ваша помощь. Я, говорит, посмотрела, говорит, там ваши 5 упражнений, я их делала, но у меня, говорит, была авария, у меня плечо, говорит, болит, не работает плечо. И у меня не получается. Я говорю, слушайте, вы на YouTube-канал подписаны? Да. Вы смотрели, например, наши правила и принципы подбора приемов. Она пожимает плечами. Я говорю, у нас сказано, делай только то, что тебе приятно. То, что тебе не подходит, не надо делать. Плечо болит, не надо делать то, что тебе больно. Не надо это делать. Надо делать только то, что приятно. Такого в мире нет, говорю, потому что всегда нас учат преодолевать трудности, развиваться, делать через силу что-то, как надо, как правильно. А здесь как раз-таки правильно. Именно то, что приятно тебе делать. Поэтому в мире такого нет. Но это для того, чтобы восстановиться быстрее. Если вы будете делать те приемы, которые вам делать приятно, вы очень быстро придете к результату. Очень быстро, невероятно быстро. Это не шаблонное мышление, это другое. Это принцип подбора путем перебора, чтобы вы научились и в жизни ко всему подходить с этим критерием, что правильно это то, что вы делаете с удовольствием, с душой, где есть соответствие между действием и текущим состоянием. Синхронизация, поэтому называется у нас синхрометод, метод-ключ, подбери ключ себе, синхрогимнастика-ключ. Поэтому, потому что там не просто действия механические вот так вот, а именно те, которые происходят почти на автомате, настолько они для вас подходят, подходят текущему вашему состоянию. И поэтому, если вы подбирать будете только то, что вам приятно, из всего разнообразия различных приемов, принцип подбора путем перебора. Вот это, если будете делать, по критерию максимального соответствия, то есть легкости ее исполнения, то есть приятности. И это будет правильно. Договорились, друзья? Это тем, кто не в курсе дела. Подпишитесь на канал YouTube и посмотрите там много разных приемов. И подбирайте себе то, что вам подходит. И там есть целебный ролик, он так и называется. Его тоже посмотрите.